Всем привет, народ! С вами Мастерская Мастеров. Сегодня у нас на обзоре узловых напряжений Seagate старого образца. Вы сразу можете посмотреть и не увидеть. Обычно в этом месте у нас идет стыковочный модуль по двигателю, но он у нас расположен, спрятан хитро. Если присмотреться, то вот он у нас 1.26 напруга, 1.26, 1.26, ну может 26,5, вот мультиметр гуляет, и 2.10, 2.11. Начал я сразу с него, чтобы вам показать, что вы не пугаетесь, как бы все равно оно все есть. Как бы моя рекомендация также уже пролуженная, там где пролуженная, все равно еще раз с флюсиком это все пролуживать, потому что от долгой состыковки платы с гермоблоком все равно какие-то кольцевые трещины в голове получаются, и как бы лишний раз пропаять, освежить, это все нормально будет. И дальше меряем у нас тут только одна, грубо говоря, на 1,21,5 вольта, один у нас только дроссель. Смотрим, на вход 4,85 подается, на выход 1,19 выходит. То есть, грубо говоря, все запитывается, все у нас вот так вот. Вот такие вот маленькие узловые, маленькое коротенькое видео получилось. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.